dijela sad zetim dozično predstav iz Polša, jer imaju što eto proces kako je zbita naša specijalna kosa kuže naša vrsta, na teritoriju Ukrajine. Я хочу только обратить внимание на несколько вещей. Но не такого, как мы будем один раз об этом подчеркивать или подсказывать. Это связано с тем, что про консультации, вы говорили на разных языках, консультации. Консультации – это часто вещи, связанные с разными ассоциациями нашего общественного, профессионального бизнеса. То, что касается общественной консультации, у нас есть методически единственный подход, что это совсем другие вещи. Это не то, то же самое, что сказано с разными консультациями, с бизнесом, с интересами. Я даже в общественной жизни не один раз встречаемся с властями, мы садимся за одним столом, говорим, пробуем нажимать, пробуем отвечать на какие-то проблемы, бывает, что пробуем решать эти проблемы. И побольше, чаще всего в таких случаях говорим про сотрудничество. Вот наш предыдущий проект касался программ сотрудничества, разным процедурам коммуникации с местными властями. И общественные консультации – ничто другое, как сказать, расширение этой темы или углубление, посмотрение на другие элементы, связанные с совместной деятельностью власти, главно власти местного уровня с общественными NGO, непрофессиональными или профессиональными группами, инициативными группами и просто жителями. И это не так, как некоторые думают, так как власти уже спрашивают, как они должны принимать решение согласно с мнением большинства. Мы бы сказали свое мнение, так они должны решать так, как мы захотим. Было бы это слишком просто. Но с другой стороны, это было тоже слишком опасно. Но и вопрос, зачем нам избирать власти, как бы мы хотели все это решать вместе, как можно побольше и получше, и успешнее дороги, чтобы мы все сами собой управляли без власти. Извините, возвращаю к теме. Так общественные консультации – это процесс, это механизм, который говорит процедуру, о которой может как захочет. А захочет, может, сама, или ее кто-то будет подсказывать. Орган власти, который, чтобы принять лучшие с точки зрения интересов общества решения данной темы, захотеть получить мнение жителей, или общественных каких-то групп, или жителей с какой-то территории, на которой эта проблема существует, или группы людей, которые эта проблема касается и так дальше. Просто они хотят узнать мнение. Какое это мнение будет, это другое, власти не знают. Но они, чтобы послушать общество как эксперта. Как вы думаете, вы там, на местном уровне, что думаете об этой теме? Вы имеете какие-то предложения? Или вообще хотите повлиять на решение этой темы, скажет. А мы узнаем это мнение и будем принимать это мнение как дополнительную, очень важную информацию, очень важный аргумент в процессах решения данной темы. Так, чаще всего, в Польше тоже так есть, власти просто управляют данную территорию, регионом, не спрашивая общества. Но у них есть какие-то законные обязанности, чтобы спрашивать. Мы в таких случаях говорим про обязанные общественные консультации. Але это касается только этих тем, которые есть гарантированными для консультации на уровне разных законов. Их не так много. Остальные вещи – это свободные права решения со стороны власти. Но, как получаются такие темы, которые являются очень важными для общества, главное общество на местном уровне, то общество может тоже направить мнение, глаза, власти на эти узкие темы, для них очень важные, и сказать, мы бы хотели, чтобы вы тоже нас спросили, что вы думаете в данной теме. Мы хотим тоже иметь им возможность повлияния в какой-то ступени в процессе решения этой проблемы. И в таком случае мы используем разного вида
процедур, инструменты, связанные с техникой, методологией, связанные с проведением этих консультаций. И это так есть. Так как мы слышим, что сейчас в Польше, в многих советах, в Питере производится и ведется, ведется общественные консультации, они очень часто являются последствием активности гражданского уровня, которые хотят, чтобы власти провели такие консультации, спросили их, этих граждан, что они думают про данной теме, и чтобы это решение они приняли вами как минимум. Они могут ожидать, чтобы они решили согласно с этим мнением. Так как мы уже выбрали эти власти, так они решают об этом, мы можем с ними сотрудничаться и можем развивать этот процесс общественной коммуникации, процесс коммуникации между жителями и властями. Элементом этой коммуникации будет спрашивание власти, что хотите, что для вас самое важное, что с вашей точки зрения эффективнее и успешнее или просто удобнее для вас. Так инициатива с точки зрения проведения консультаций в руках власти и в руках общества, реализация и ответственность за реализацию, за решение проблем. От консультации до окончательного решения уже в руках власти, как вы говорили, что общественные консультации реализуют власти. То, что общественные консультации бывают, в кавычках говорю, общественные консультации, делают организации общественные, неправительственные организации, не какие-то инициативные группы, это не консультации с такой точки зрения, с какой именно консультации. Смотри, это просто диагноз мнения общества, это узнание мнения каких-то групп, это передача этого мнения на руки власти, але это не консультации, которые делают власти. И надо это очень внимательно разразнять. И мне говорили, что это нехорошо, хорошо. Только надо, чтобы в профессиональной среде мы использовали то же самое название и имели то же самое в виду. И то, что касается консультации, очень, очень важна эта коммуникация, это процесс передачи информации обществу. То, что власти даже обязаны перевести какие-то консультации в данной теме, это еще ничего не обозначит. Потому что они могут так спрашивать, что никто вообще не узнает вопроса или вообще не будет знать, станешь спрашивать. Так он слушает вопрос, зачем такие консультации, кому они нужны. И как мы слышим, что власти провели консультации, но вообще не просветили, какие результаты этих консультаций, кто что бы сказал, какие мнения людей, это тоже вопрос, причем эти консультации, лучше, чтобы таких консультаций не было. Потому что форма это уменьшает доверие общества направлений власти. Это просто портит процесс развития демократических процедур и демократической системы. И мы в Польше много об этом уже можем сказать, потому что у нас тоже сейчас различный опыт. И то же так, что в этом процессе коммуникации не всегда эта информация не состоит на несвязи. Есть вопрос, требуют ли общества этих информаций, хотят вообще участвовать в этом процессе решения решения тем связанных с ежедневной жизнью или не хотят. У нас часто сейчас такая проблема местных органов власти в Польше, что они хотят разговаривать с обществом, хотят этого мнения на общество. Они не хотят участвовать, не чувствуют, что это для них важно, что это шанс на то, чтобы совместно решать свои проблемы. Так, коммуникация. Это кампания информационная, о которой мы не один раз говорили в течение подготовки проектов, в течение занятий. Как хорошо донести информацию до этих людей, для которых она важна. Что они вообще узнали, что такие возможности есть, и что мы хотим заняться такой проблемой, почему мы хотим заняться этой проблемой. Потому что она для нас важна и для этой общественной группы важна. Таких вопросов много до этого момента, как начинаем процесс консультации, смотря с точки зрения власти, эти власти должны себе задать. Или как мы инициируем этот процесс консультации, мы должны подсказать, что это интерес для власти, потому что в таком случае, решения, принимая мнение общества, имеете побольше доверия
ugraźnia. Ani czytać, to wy chatity wistwit jedna, rieszyć zagmas nas ich interesa. Na skolka to budzi się pilnować, a nie jest to совсем drugo. Ważne, żeby wyraz matryli te mnienie i daje tego jakieś obasłamanie. My przyjęli we wnimanie w jakimś stupień, w ogóle nie przyjmali, pada już to uczastowało, nie jest jak człowiek, a jak sąd i był was możliwości. No, wasze jest pasywa zaś, aż to było przez zachatki, pada już to proces, jakby to inaczej. My naczali się to trochę nowo działać. Tak więc nie, jak ja słyszałem o tych dłuższych wyskazywaniach, no mnie bardzo jest takie mnienie, bo tak jak tu jest zazwyczaj ekspert, wam, Hayekin i nam, ten Rawica i nie, to jest ekspert. Eksperty jak to tu robi, потому что у нас все уже есть какой-то опыт, и мы можем эту идею распространять, как мы знаем, что она важна, и важно, чтобы этот процесс жизни в связи с этим тоже консультирования, важно для нас полезны с точки зрения интересов общества России. Так без этих консультаций что дальше? Как использовать эту информацию? Потому что как раз если уже результаты консультации, это не конец, как мы говорим, очень часто начало в общей процессе. У вас есть какие-то аргументы, нам, как общество, есть на что-то ссылаться в течение разговоров, переговоров. Кто-то здесь сказал, мой что коллега, когда вышел медиация, это разного вида механизмы, которые можно использовать, но эти твердые информации, которые мы получили в процессе коммуникации, они являются ответом общества на вопрос, на заказ, на информацию со стороны власти. Твердые данные. Так, власти не обязаны принять решение согласно с этим мнением, обязаны принять решение на основе этого мнения и между другими аргументами еще на основе этого мнения. Они должны принять во внимание и громко высказаться себе в этой теме. Почему, в какой ступени эти информации повлияли на окончательное решение. Я могу еще так дальше, но я боюсь, что очень много сам потеряю, что жду и очень, очень интересных информаций. Сергей так спланировал вместе с нами конференцию, мы сейчас будем этого ожидать. Есть еще такой принцип, он очень сложный всегда для того, который выступает. Что сделать, чтобы исчерпать тему, а не исчерпать участников, аудитория? Аудитор я еще не смог исчерпать, так у меня такие маленькие, как бы сказать, положительные результаты. Теме никогда сегодня не составили исчерпать, так опыт этого успеха не будет в этой области. Так, большое спасибо. Я думаю, что в следующей дискуссии будет шанс, чтобы обменить себя.